Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на горячий шоколад Hot Chocolate 250 грамм, какао напиток растворимый. Покупала его в фикс прайсе за 50 рублей. Так он выглядит сзади, также будет фотография на состав в конце ролика, как всегда. Кладется 3-4 ложки, заливается воды или молока горячий, или теплый, или горячий, 150 мл, и напиток готов. Я уже его до этого покупала, пробовала, мне очень понравилось, и теперь я хочу его посмотреть вместе с вами, вернее показать вам, как он выглядит внутри, чтобы вы не боялись, покупали. Может быть, вы вместе со мной попробуете его. Вот. Давайте его откроем, посмотрим, какой он. Так, отрезаем ножничками. Так. Ой, господи. Где тут она? Вот она. Там есть такая вот штучка, как на цикориях. Вот он, в принципе, внутри как выглядит. Ну, сейчас я еще в стакан положу, и мы с вами посмотрим. Так. Пахнет шоколадом. У нас есть такой стаканчик. Кстати, очень красивый. И мы будем класть 4 чайные ложки. По-моему, там чайный был написан. Чем больше, тем вкуснее будет. Раз. Два. Три. Что-то я большие прям. И четыре. Без горки. Вон пока уберем и посмотрим, что тут у нас внутри. Кристаллики сахара и, ну да, и какао-порошок. Или какао-напиток. Хотя, честно говоря, какао-порошок, когда разводишь просто водой, получается совершенно другое, что-то невкусное. А здесь более похоже на горячий шоколад. Ну, похоже. Я пила настоящий горячий шоколад, он совершенно другой. Так что тут что-то похожее, такое свое из дома. И заливаем горячей водой. А наливать можно не полный, будет даже вкуснее. Где-то вот так я налью. Перемешаем. Лучше, да, конечно, чем меньше стакан, побольше ложечек, тем будет он более похож на настоящий горячий шоколад. Потому что горячий шоколад настоящий, он такой, знаете, как действительно растопленный шоколад, то есть горячий растопленный шоколад с добавлением там воды или молока, вот чем-то таким его пьешь, и он такой как бы не то что тянется, а такой он не жидкий и очень-очень сладкий. И я пробовала в кафе, еще добавил, не во всех, правда, в кафе дают стакан воды, в некоторых не дают. Бежишь в магазин, скорее покупаешь воду и напиваешься воды. Но все равно это стоит того, это очень вкусно. Вот я его размешала. Смотрите, он такой, прям у него цвет шоколада, жиденький. Ну, конечно, он тут более жидкий,
Можно было, конечно, воды добавить и гораздо меньше. Знаете, есть такие чашечки, они прям такие вот маленькие, кофейные. Вот из такого хорошо пить. Там прям как раз вот эти 4 чайные ложечки добавишь, чуть-чуть кипятка, и он будет более, не настолько он будет жидким, он будет такой более как тянучий, что ли. Теперь мы подождем, пока он немножечко остынет, и будем вместе с вами пробовать его. Так, ну вот наш горячий шоколад остыл. Посмотрим. Ага, смотрите, появился осадок небольшой. Это тоже довольно хорошо. Сейчас мы его перемешаем. В принципе, можно не перемешивать, можно эту жидкость выпить и потом этот осадок скушать, как часть какая-то там шоколада. Такой же остался темненький, в принципе, как и нарисованный на пачке. Точно такой же. Чуть-чуть свет. Не знаю, вам видно, не видно, но они прямо одинаковые. Оттенок, который вот прям находится тут вот, там в стакане точно такой же. Так. И давайте попробуем. Вкус прям действительно горячего шоколада, прям такой явный вкус, приторно-сладкий получился. В принципе, когда его проглатываешь нормально, то есть нету в глотке что-то такого подобного, что прям хочется запить чем-то. Но когда пьешь, он прям кажется такой приторно-сладкий. В принципе, горячий шоколад так и должно быть. Ну, естественно, он довольно жидкий. То есть, видите, он как водичка, но при этом, когда он пьется, ощущение, как будто я пью настоящий горячий шоколад, что какой-то он другой становится. Не знаю, может быть, мне просто кажется, мне, видимо, так хочется уже попробовать настоящий горячий шоколад. Давайте еще попробуем. Да, пьешь прям он приторно такой сладкий. Но послевкусие такое, да, остается. И как-то эта вся приторность, она уходит быстро. А получается, как будто горячий шоколад, потому что осадок. Я вот сейчас пила, я увидела, он есть осадок. То есть, в принципе, его можно не размешивать, просто выпиваете жидкость, и в конце остается осадок. И получается уже настоящий горячий шоколад. Правда, он уже тепленький у меня. Вот, как знаете, наверное, в кафе бывают, ну не наверное, а бывают коктейли, там внизу, допустим, кофе, а сверху сливки. Вы съедаете сливки и потом съедаете, выпиваете, вернее, это кофе. То есть, ну, как оно находится такое внизу. Здесь то же самое. Выпиваете этот напиток, то есть там что-то типа какао. И внизу у вас остается именно вот этот порошок от какао, как уже получается горячий шоколад в какой-то там, да, степени. Но, в принципе, это вкусно, это по вкусу напоминает горячий шоколад. Конечно, не такой, как в кафе. В принципе, такой, как в кафе, можно сделать дома. Он делается тоже довольно легко. Если вам это интересно, напишите в комментариях. Вот, напишите то, что вы хотели бы сделать. Вернее, вы бы хотели увидеть такой ролик, чтобы я сделала вместе с вами. Или вы со мной. Горячий шоколад дома. Настоящий. Потому что порошковые, они, знаете, они все почти порошковые, они все довольно жидкие. Я покупала и довольно дорогой. Он, ну, примерно такой же вот был, то есть не такой, как в кафе.
кафе там, видимо, реально топят горячий шоколад, и туда просто добавляют либо молоко там, либо масло, да, вот сливочное масло еще добавляют. Вот, насчет водички не знаю даже. Я еще ни разу не делала, но с вами я готова поэкспериментировать, что-то сделать необычное, приготовить что-то необычное, там получится, не получится. В любом случае вы это все увидите и будете знать, какие получились у меня ошибки, и не будете допускать их. Вот. Еще попробую. Хотела вам показать. Вот, наверное, видите, чуть-чуть с краешку вот тут вот видно. Сложно показать. Он прям такой приторно-сладкий. Не знаю, до этого я покупала, но я довольно редко его пила. Наверное, он был таким же. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите обязательно комментарий в Ютубе, потому что вы пишете мне под моими фотографиями, роликами ВКонтакте в группе Фикс Прайса. Нужно все-таки писать в Ютубе свои отзывы, чтобы другие люди, которые перейдут не по моей ссылке, а найдут, допустим, в Ютубе этот горячий шоколад, то, чтобы они знали не только мой отзыв, а и прочли тоже ваши отзывы. Это очень важно, на самом деле. Ну, не знаю, короче, это просто очень важно. Вот, пожалуйста, пишите в Ютубе. Вот, иначе тогда мне придется просто ваши комментарии копировать и потом делать отдельным роликом ваши отзывы. Просто это не очень будет удобно. Если, конечно, у вас нету, как ее, страницы в Ютубе, но я сомневаюсь, что сейчас у кого-то ее нету. Хотя бы просто страницу, но у вас она наверняка есть. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Не помню, я это сказала или нет. Скажу снова, также смотрите мои другие ролики, мои влоги, как мы с сыночком гуляем, как он у меня развивается, как мы живем, кулинарные рецепты, живопись. Не помню, короче, там много чего у меня на канале. Смотрите, подписывайтесь обязательно, мне будет очень приятно. Вот, просмотры ваши мне будет тоже очень приятно. Вот, и всем пока-пока.